Всем привет, YouTube, привет. Вот такая вот на машинке у нас царапушка. Сейчас я вам покажу поподробнее. Вот так вот царапнул. Ну и как раз вот под это дело посмотрим, работает или нет. Заказал с AliExpress. Вот такой комплектик гусениц. В принципе, у меня гусенички вот старенькие есть. И поскольку цена невелика, я решил заказать. Надеялся, что вот эти вот штуки подойдут одна к другому комплекты, но, увы, не подошли. Откладываем в сторону. Вот такой комплект на Алиэкспрессе заказал. С железными такими штуками. В принципе, можно было бы это из квадратной трубы сделать, что-то приварить. Но поскольку цена такая смешная была, поэтому вот я решил приобрести. Ну и поскольку вот попался такой ремонтик, посмотрим, насколько они эффективно или неэффективно работают. Вот, жалко, конечно, вот эта машинка крашеная и крашеная не раз, но я попытаюсь так легко, аккуратно посмотреть, распрямляет или нет. Да еще плюс ко всему к этой проблеме все это под усилителем четко попало. Вот, ну посмотрим, как эти гусенички у нас сработают или нет. И стоило это того или нет. Решил я начать вот с этой гусенички. Вот. Посмотрим. Естественно, я подрезал усилитель тут. И вот так приклеимся и посмотрим, что это нам даст. Ну, для чистоты эксперимента. Естественно, надо все обезжирить, обеспылить. Вот, пройдемся спиртиком, и тут пусть обезжирится, и тут как следует. Ну, сейчас пока пистолет войдет в режим, я только включил, и посмотрим, что это даст, не даст, работает, не работает, интересно же всем. И мне в том числе. Я приклеил. Еще раз повторюсь, что я только лишь попробую, что и как. Почему? Потому что, еще раз повторюсь, тут толщина покраски приличная. Где-то шпаклевка, где-то грунтовка. Просто, как говорится, хочется потестить. Вот. Сильно рвать не будем. Вот этот обратный молоточек у меня есть. Он такой алюминиевый, легенький. К сожалению, снимать и работать не получается. Чтобы не накосячить лишнего, я лучше сниму потом, что получится. Ну, что сказать. Выворачивает на ура. Вот, что было. Вот сразу сюда видно. Так что продолжаем дальше. Теперь возьмем вот такую гребеночку с прорезями. Опять же обезжирим, протрем тряпочкой. Почему? Потому что это все абсолютно новое, может быть какая-то там смазка или все что угодно. Какой-нибудь силикон остаться после штамповки на горячую. Приклеил вторую. Сейчас подожду. Ну вот она так. Вот, да. Прям держится серьезно. Ну сильно не будем усердствовать. Поскольку если дернуться сильно, не дай бог вырву с краской. Поэтому
аккуратно. Не получается. К сожалению, надо все-таки либо снимать, либо работать. Ну что сказать, тянут. И тянут довольно-таки прилично. Опять же, это не работа, это тест. Просто, как говорится, лежали-лежали. Вот предоставился случай попробовать их уже в деле, как они работают. Поскольку я вот с ребятами общался, бывает, что эти гусенички вообще отваливаются при первом же ударе, то есть плохо держится. Не знаю, эти прям хорошо. Как иногда бывает, что когда не надо, клей держится как сумасшедший, а когда надо, он просто-напросто отваливается после незначительного прикосновения. Прям таки держится серьезно. Ну что сказать, на этом в принципе тест можно закончить. Вывернулось довольно прилично, то есть для первоначального подъема очень даже хорошо, и слава богу, я не стал усердствовать. Не хочется что-нибудь вырвать. Я имею в виду лакокраску. Так что, ну, по подъему скажу, вот мои, так сказать, субъективное мнение. Ну, наполовину поднялось. В принципе, можно вот так вот еще подпробить края с прогревом. Еще дернуться, но мы ж не ремонт будем снимать, а просто вот такой маленький тест. Ну что, я очень доволен наборчиком. Вот, всем, кому интересно, я под видео выложу ссылочку. Заказывал еще давно, осенью, поэтому, возможно, сейчас цены немножко другие будут, но, в принципе, я бы сказал, что этот наборчик стоящий. Чтобы быть более объективным, значит, что получается? Это у нас широкая, это поуже. Вот, это по идее большую площадь тащит, это узенькую, так же как и здесь. Вот, естественно, под каждый вид свой адаптер. Это вот для этих. Ну, не знаю, может быть, даже можно и этой стороной попробовать. Но она такая не совсем ровная. Вот, ну, ради интереса можно будет когда-нибудь и попробовать. Так, ну и по размерам все-таки пробегусь. Значит, длина у нас получается 12. Здесь ширина 25. Здесь 23. Здесь 22. Ширина здесь 13, и длина здесь у нас 6, даже, ну да, почти 6, и длина у нас здесь 12 и 12. Ну вот и все, тут и размеры все есть. Еще раз повторюсь, ссылочка будет под видео. Это AliExpress. Ну, примерно вот так эта ссылочка выглядит. Здесь пишут, что 598. Ну, не буду врать, но я, по-моему, заказывал что-то 420 или 430 рублей тогда. Это тогда распродажа тогда была. Вот. Сейчас показывают тоже, что цена вроде бы самая-самая-самая. AliExpress, вот есть такие грибки с адаптерами, похоже, как из пластика. Есть вот такие, есть такие, то есть цены разные, похоже, материалы разные. Здесь вот, допустим,
Шляпки тоже разные. Здесь под обратный молоток, здесь под крюк. Ну, в общем, кому интересно, разберетесь.